Сегодня в мэрии Екатеринбурга прошла пресс-конференция «Без натяжки. Жизненно важная» для каждого обитателя областного центра, а кроме того, еще и множество других городов области. Сегодня здесь объяснили, как сэкономить по 10 рублей с каждой поездки в общественном транспорте. Краткий ответ – легко, но только для тех сознательных граждан, что деятельно поддерживают развитие отечественной платежной системы и имеют карты МИР. Теперь слушаем внимательно. С 1 сентября держатели национальных платежных карт смогут пользоваться услугами общественного транспорта нашего города со значительной скидкой, в частности, при оплате проезда картой МИР, либо единой социальной картой Свердловской области «Уралочка». И более того, уже есть возможность на андроиде загружать это приложение и использовать уже бесконтактную систему оплаты. Можно будет сэкономить 10 рублей с каждой поездки. Акция продлится до 31 декабря этого года. Кстати, социальной карте «Уралочка», которая тоже с 1 сентября будет давать 10 рублей скидки за поездку в общественном транспорте, вот прямо сейчас исполняется 2 годика. Фактически Екатеринбург, да и агломерация, можно сказать, екатеринбургская де-факто, становится таким инициатором постоянным новых инициатив по развитию карты. У нас было сразу реализовано приложение по социальным выплатам, конечно же, значит, и оно обеспечивает, обеспечивает сейчас, и развивается поступление различных социальных выплат на единую социальную карту. Конечно же, это программы лояльности и разных партнеров, и здесь уже достаточно много торговых сетей, крупных торговых сетей, которые подключились к этой программе, и можно получить, предъявив карту, значит, единую социальную, либо скидку, либо ту программу лояльности, которая установлена в этих торговых сетях. Есть и учреждения культуры, в частности, в Екатеринбурге уже там театр «Кукол», ТЮЗ, да, значит, Музей истории Екатеринбурга. Вот эти вот уже организации тоже стали партнерами единой социальной карты. Ну и, конечно же, вот развитие транспортного приложения. Напомню, уважаемые коллеги, что проект единой социальной карты реализуется по поручению губернатора Свердловской области. Достаточно серьезная работа была проведена при поддержке Министерства социальной политики. И, в общем-то, сегодня единая социальная карта «Уралочка» достаточно прочно вошла в жизнь практически каждого жителя и уральской столицы, и Свердловской области. Еще одним приятным бонусом для десятков тысяч пассажиров станет то, что акция будет распространяться в том числе и на ряд автобусных маршрутов городов нашей большой екатеринбургской агломерации. Это и Среднеуральск, Верхняя Пышма, Ревда, Сысерть, Березовский, Первоуральск, а также наших отдаленных территорий, это Краснотурин, Шалинский городской округ и Нижний Тагил. И немного подробнее о том, как обрести свой виртуальный мир. Например, прямо в телефоне. Получить скидку. Сейчас бесконтактная оплата в мобильном устройстве доступна в приложении Samsung Pay и MirPay. При этом приложение MirPay можно скачать в магазинах Play Market, Gallery и RuStore. Для того, чтобы карту МИР добавить в мобильное приложение, необходимо его загрузить и дальше следовать инструкциям на экране. Все это занимает не более минуты.